ассортименту моего скромного заведения. Вот что я вам скажу. Мои... Что он играет? Он головой ударился. Гребля. Киллер. Свежий Бостон Кантри Джорнал за один день. Ходит. Убит. Дело сквернее некуда. Ой,
пусти! Ужасно! Хочешь научить их еще? Вон у меня на прицеле! У Волов и то мозгов больше. Чёртовы негодяи! Эй, слезай вниз! Сейчас поговорим, сейчас лезу. Вот тебе гроб! Thank you.
Скажите, не просите. Пытайтесь повторить это дом. Ты просто улитка!
Опасно! От нас не уйдешь! Смотрите! Гроза или стреляет? Слезай, гад, живо! Стой, за ним! Не упустите! Боюсь, надо быстрее! Бойся, все там будем. Быстрее! Просто улитка! Готовься! Целься! Да ты просто улитка! Улитка! Туда, за ней, быстрее! Слезай! Слезай на землю!
Надеюсь, вижу цель! Сбежал! Так, чё? Что? А этих легко убивать. Да ты просто улитка! Ну, попали. Да ты просто улитка! Опять попали. Улитка! Ему не уйти! Судно ограбить. Можно было. Но не побираться по 10 золотых с каждого трупа. Слезай, говорю! Ну же, ты мужчина или кто? У него голова не в порядке. Точно. Но как у Миллера может быть в порядке голова?
одному не справиться! Помогите! Спускайся на землю! Я тебя раскрою! От меня не уйдешь! Я теряйте скользкого гада из виду! Вон он, мерзавец! Так ты от нас не уйдешь! Что? Ну, ушел. Что за безумие? Ну, понятливый какой. Думаешь, убежишь? Нет. Верно и весело. Какой люд. Тебе не уйти. Ты уже труп. Да. Вот, взять его. Да сколько же. Так ты от нас не уйдешь. А как? Шалка-кушанка каких. Ну, какой отважный труп. Думаешь, убежишь? Ой, господи. Это всем тоже. Тут! А как сейчас смерть? Что? Я предусмотрен. Да ты просто улитка! Да, ты от нас не уйдешь! Я нашел. Тут! Наверное, весело. Тем, кто такой любит. Ну, угомонился. Вышел, да. С вами все в порядке? Ну, наверное, весело тем, кто такой любит. Наверное. Мы такое не любим. Мы же гуманисты. Это тебе винтовочкой дают. Вы очень хорошо получаетесь убивать. Как бы так ее... взять, а пистолет выкинуть. Нет, не хочет. Вынул! И куда ты не уйдешь? Держать, парень! Оружие к бою! Цель! Быстрее! Не убивайте меня! Я не враг! О, какой странный человек! Быстрее! Какая глупая! Huh.
Смотрите! Вижу его! Там! Боюсь, надо быстрее. Скорей, он тут. Хорошая вещь. Оружие даже что такое? У меня бы как выбраться, что такое? Mount and Blood. Матерь Божья, пойду я отсюда. Желающих больше нет. Граждане, позовите солдат на крышу. Нет. Если зажать кнопку И, она же Е. Ну да, обыскиваешь. Если быстро нажимаешь, то берешь на ручки трупик. Если подходишь к краю крыши с ружьем и нажимаешь Е, то не кидает оружие с крыши. Он сам прыгает. Господи. Оружие бросает. Что случилось? Просто оставляет. Это ты не додумал. Убит. Эй! Что за выходки? Надо убираться отсюда! Пустим кровь! Не любит, когда обнажают оружие.
Если он ищет соль, стража это устроит. Эту игрушку заберут, если он ее не спрячет. Жизнь дорога. Если будет упорство, у тебя оружие отнимут. Какой ответ? Патруль таких разоружит. Бессмысленное занятие, конечно. Все равно играть-то придется за индейца. Вряд ли ему денежки перейдут. От папы. К арабскому индейцу. Патруль таких разоружит. А вот и патруль. Вот же выскочка. Славно! Уйди! Такие мы шаломишки.